Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада видеть вас в нашей волшебной мастерской. И сегодня я хочу предложить вам изготовить вот такую замечательную осеннюю березу. И для этого нам понадобится лист картона, круги желтого, коричневого, красного цвета, коричневая полосочка для ковра, а также белая полоска – это будет ствол дерева, фломастер и клей. Ну что, начинаем? В первую очередь мы наносим клей на ствол нашего дерева. Хорошо наносим, проклеиваем. И приклеиваем ствол в центр нашего картона. Приглаживаем пальчиками. Теперь берем коричневую полосочку, наносим клей. Хорошо промазываем. И приклеиваем в нижнюю часть нашей поделки. Хорошо приглаживаем. Теперь берем желтые листочки и кружки сгибаем. Проглаживаем пальчиками. Так поступаем со всеми кружками. Это будут листочки, как будто они золотые. Так, вот у нас получилось несколько золотистых листочков. Теперь будут коричневые листочки. Ровненько прикладываем. Так, прижимаем пальчиками. Теперь будут красные листочки. Можно взять листочки любого цвета. И бордовые, может быть, оранжевые. То, как вы видите, осенние листочки. Таким образом у нас получилось множество листочков. Мы берем с вами фломастер и от нашего ствола рисуем веточки. Помним, что веточки у березки как будто спускаются вниз. И рисуем черточки на нашей березке. Так. Теперь берем клей и с одной стороны наносим клей. И приклеиваем к нашей березке. Листочки можно приклеивать хоть в горизонтальном, хоть в вертикальном положении, потому что осенью они летят своеобразно. Теперь желтые листочки. Так, берем красный еще. Можно приклеить также наши листочки у самого подножия березки. Ведь листочки тоже туда падают. Так. Посмотрите, пожалуйста, какая замечательная осенняя березка у нас с вами получилась. Я уверена, что у вас получится еще лучше. Всего вам доброго. До свидания.